Еще раз. Смотри. Ты атаку сделал. Это не была атака Бузова. У тебя вся комбинация, она выходит на увеличение, на ускорение. А у тебя все было в одном темпе. Тан, та-тан, та-та-тан. Здесь надо работать на ускорение. Взрыв идет. Идет ускорение, идет взрыв. Атака вызов, она должна быть не просто щелкнуть. Ты все-таки раскатать себя должен, разогнать. Мы с тобой это сделали. Вот я чуть-чуть на заднюю ножку. Видишь, оставляю переднюю. Та-дан! Отпрыгиваю. Не просто назад отпрыгиваю, а делаю назад вращение. И у меня немного остается передняя нога. Я как бы и назад отпрыгнул, но передняя нога осталась там, и она разгружена, позволяет мне бить вторую двойку с минимальным подскоком вперед. И вот здесь очень важен второй удар. Ты его стал бить, а не садиться. Ты не забираешь левую руку. Пока твоя левая рука там, тебя не бьют. Ты садишься, это та же самая двойка. Только здесь на двойке ты вверх толкался, а здесь на двойке ты начинаешь садиться. Тот же самый переворот плечей. Только так, как ты садишься, плечо пошло, но садиться начинаешь вниз. Вот здесь пауза будет, Олег, пускай будет пауза. Ты с нее должен вверх выпрыгнуть на тройке. Да-да-да! Еще раз посмотри. Разгатай себя, первое движение. Ты вперед-назад, и вот должно быть ускорение. Не в этом темпоритме. Ты увеличиваешь скорость. Ты атаку делаешь. Он уже опаздывает. У тебя должно быть ускорение. Более быстрое движение. О! Раз, два, а, та-дам, та-да-да! Вот туда пробить. И моя нога там. Вот здесь пауза, пускай будет. Раз, оп, раз, два. Вот она, пауза, пускай будет. Видишь, 90 градусов вернулась. Да, 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 туда. Но переверни здесь. Не перевернешь, второй удара не будет. Вставлять кулаки. Давай еще раз. Разгоняй себя. Дальше от мешка. Дальше, дальше. Во! Торопишься. Видишь, руками торт. Делай чуть медленнее. Давай. Нет, первое движение. Ты как бы собери себя для первого движения, чтобы прыгнуть дальше. Ты, чтобы прыгнуть дальше, тебе нужно разгрузить переднюю ногу. Ты туда как бы ногой влазишь чуть-чуть. На это первой атаке. Во! Во! И там, видишь, ножка осталась? Молодец. Давай. Да. И вот видишь, ты как бы назад отпрыгнул. Дистанция дальняя, да? А нога осталась там. Такая замануха да, под противника. Пошел поскок вверх, пошел. Раз. Ань стал наклоняться. Ай. Упасть должно быть. Садись, видишь, колено не село. Садись коленом. Садись коленом вниз. Во! Вот, покачайся на бедре. Покачай на бедре. Во! Почти углы вот такие получаются, 90 градусов. Вот локоть. И начинай выпрыгивать. Во! Вот сюда, уже. Вот этот переворот плечи, он даст тебе вот эту собранность. Давай еще раз. Не так быстро, но в динамике, без паузы. Пошел. Нет, не было зарядки первого движения. Ты опять в том же темпоритме просто прыгнул вперед. Так, оп, чуть-чуть себя. Смотри, раз, два, оп, подсгруппируйся на правую ногу. Дай весь тело туда, чтобы массу включить, инерцию движения. Во! Правый прямой тебя в живот откинул назад. Значит, не было вот этого переворота. Значит, пошла рука. Так, еще раз. Двигайся. Во! Вот уже интереснее. Прямо в тройке. Попробуй тройку вот эту вот. Раз. И не просто выпрыгнуть назад. Вот здесь сильно крутить, здесь не надо уже. Это средняя дистанция. Здесь не надо разворачивать пятки. У тебя подскок идет, вот здесь он. Та-да-да! Ты подпрыгиваешь и как бы вот туда. Прям пробиваешь туда кулаками. Не крути пятки на тройке. Просто вверх-вверх. Давай. Раз, оп. Молодец. Во!
Вот это, вот туда твоя активность шла. И вот здесь очень важно опять, вот смотри, как не опережение вот здесь, так и не опережение вот здесь. Вот эта смена плечей переворотом, неважно, куда твои ноги, вверх-вниз – это ноги. Для твоих плечей неважно, для твоих кулаков неважно. Вверх у тебя двойка идет. Или эта двойка идет в живот, ты садишься, ты уходишь с линии атаки. Естественно, что если ты хочешь это сделать быстро, то ты здесь глубоко не сядешь. Но все равно ты ушел вниз. Стремишься, видишь, колено развернуто? Тогда оно не поломается. Вот этот локти поймать, вот этот переворот, вот очень важно, вот этот переворот, только боковой, что-то мне боковой не понравился свой. Вниз ушел ты, вниз, вот ты ушел в правом прямом. Ну-ка вверх, вставай. Угу. Видишь, ты чем? Ты полез корпусом вверх. Ты смотри, ты здесь раз, и ты начал бить уже вот здесь. Okay. Ты должен выйти и ударить. Попробуй еще раз. Да. Где локоть? Вставай. Ты специально гнешься. Ты специально спиной делаешь, видишь? Ты принимаешь, ты не удар наносишь, ты принимаешь положение какое-то. Просто ударь, вот круговое движение плечом, да и все. Еще раз, в живот раз, ты сел. Да, оп, коленочки покачал. Вставай, Мисичко. Вот уже лучше. Посмотри, ты даже почесать себе смог, потому что у тебя рука здесь не напряжена. Понимаешь? Еще разик. Да, да. Рано рука. Вставай, вставай вверх, вставай. Во! Вставай, перевернись, вот не распрямляй локоть. Короткое движение, вот здесь. Смотри, ты в средней дистанции, вот ты фактически, это средняя дистанция, вот ты меня под локтем. Вставай. Во! Вот ты встал и ударил. А теперь это в движении сделал, пошла двойка. Давай, голова, живот, двойка. Пошел. Во-во, подскоки, где три подскока? Вот ты сейчас хорошо подкорректировал, поймал левый локоть при правом прямом ударе, в живот, еще раз. Та-та-та-та-та-та. Пошел. Пошел. Ай-яй-яй. Вставай вверх. Вставай вверх ногами. Прыгай вверх. Во-во-во-во-во-во. Ну-ка еще раз только эту одну тройку, левую, правую тройку ты бей. Еще раз. Левый сбоку. Раз. Нет. Левый сбоку. Я сказал. Раз. Правый прямой. Вот. Переворот. Да. Расслабь плечо. Расслабь локоть. Вот плечо тоже. Вот он. Очень короткое движение. Очень короткое, прям вот тут переворачиваешь прям фактически. Троечку, давай еще раз. Вот. Во! Во! Давай еще раз. Ну, кулак левый будешь ставить? А где? Чтобы сбоку. Вот, вот. Тык. Во! Вот ты плечом. Ты как бы вот мне вот сюда, вот в ладонь, плечом ударь. Умница. Во, сейчас удобно? Не целься ни кулаком, нет, у тебя и так он пойдет. Все, еще раз. Ты как бы плечом мне в ладонь ударь. Во! Посмотри, ничего никуда не дернулось. Вот так, начни эту тройку. Удобно? Да. Тебя никуда не корежит. У тебя этот переворот все в плече. Вот теперь это то же самое, только все в динамике. Поехал, двигайся. Пошла вся атака. Где ты раскатал себя? Где ты разогнал себя? Ну, давай, давай. Оп, да-да, оп. Пошла. Эх, поднялся, видишь? А понимаешь, почему поднимает, задирается плечи? Нет? Смотри. Ты когда сюда сел, ты начал вставать и начал уже бить. Ты вот здесь начал опускать кулак. Все. И тебе пришлось плечо поднимать, тащить всю руку, чтобы кулак довести до верху. Давай еще раз. Ну-ка, да, ленту раз, чтобы потом посмотреть. Боком вот эти становись. Давай еще раз. Пошел. Атака вы. Раз, оп, раз, два, раз, раз, два. Ах, придержи кулак. Вот вместе с кулаком вверх, дорогой. Придержи просто кулак, потом ударь. Плечо пойдет, но придержи кулак. Давай еще раз. Пошла вся комбинация. Раз, оп. Молодец. Во! Во-во-во-во-во. Молодец. То есть ты что сейчас сделал? Ты вот здесь не стал бить, ты придержал кулак. Ты вместе, ты как бы плечом. Ну-ка еще раз, правый в живот и пошел левый. Не разворачивайся.
Ну, вы подпрыгиваете вверх. Короткое движение. Видишь, ты коснулся моей руки? Значит, рука опять рано пошла. Еще раз. Во! Вот, придирай. Вот, ты видишь, ты спокойно перевалил плечом мне ко руку. Еще раз. А теперь выпрыгивай. Пошел. Раз. Рано, рано руки. Раз плечо заднее пошло, переворот поймать мог. Во! Вот здесь. Вот ты придержал кулак. Молодец. Спасибо. Все.